Алекс и Даша работают в московском центре госуслуг. Выглядят они не совсем обычно, потому что гуманоиды. Сидят за одним столом и работают в паре. Это первые в России роботы-коллеги. Даша объясняет посетителям, какие документы нужны для получения услуг. Алекс консультирует людей по здоровому образу жизни. Так как эти роботы единственные пока в центре госуслуг, в нашем центре и в других центрах их нет, роботы вызывают большой интерес, как у взрослых, так и у детей. Роботы могут вести осмысленный диалог, отвечая на поставленные вопросы. И, естественно, это привлекает. Гуманоидов создала российская компания «Промобот». Роботы воспроизводят более 600 мимических движений, покрыты специально разработанной искусственной кожей. Дроиды способны обучаться, использовать их можно в разных областях. Они работают консультантами, как вы сказали, в аэропортах, в многофункциональных центрах. Это роботы-медрегистраторы, роботы-диагносты, роботы-экскурсоводы, роботы-гиды, то есть роботы в туристические центры, роботы как лабораторные стенды в образовании. То есть спектр большой. В июле этого года девушка-робот также поступила на работу в МФЦ Перми.